Здорово, это Брил, и, наверное, не многие знают, что у меня есть свой Discord-сервер, ссылочка на него будет в описании, и там на данный момент 2600 человек. И я решил просто взять эти 2500 человек затроллить. Я создал свой фейковый аккаунт, с которого зашел на сервер, и выдал роль Groove. Это, если что, дефолтная роль, которая выдается абсолютно всем на сервере, но с одной изюминкой, то что именно у меня одного будут права администратора. Я буду иметь полный функционал там банить, выдавать любые роли, хоть там мою максимальную президент, и вообще многое другое. Челики в этом видео реально сидели офигевали, рекомендую его досмотреть до конца. Ведь, естественно, в конце я признался, то, что на самом деле это был не фейк, а я. А также совсем недавно я запустил розыгрыш на вот такой вот стилет Северный лес. В этом розыгрыше не нужно делать даже репосты, так что ссылочку на него я оставлю в описании, успей принять участие. Ну а также я добавляю всех в друзья ВКонтакте, так что ссылочка на мой ВК будет тоже в описании. Ладно, все, не буду долго томить, не забудь поставить лайк и подписаться. А мы начинаем. Все, пишу everyone, go общаться. Собираетесь упомянуть 600 плюс человек? Вы уверены? Хотя на сервере 2600 людей, все. Поехали. О. О, пошло. Че, как ваши дела? Брил, привет. Здорово. Ой, чат тоже полетел. Здорово всем. Че, как ваши дела? Че, как? Че делаете? Нормально, тут цыгане есть. Четко. Я цыган. Кто цыган? Давайте, короче, я не знаю, можно поприкалываться, смотрите. Смотрите, что сейчас делаем. На счет три все вместе ломаем дискорд, говорим бан просто. Все вместе на счет три кричим бан. Поняли? Раз, два, три. Успокоились, все, теперь тишину, тишину, тишину. Заходим теперь в спам, и спамим, я не знаю, бан, также просто спамим, в спаме. Нет, просто давайте фанимся, ломаем дискорд. Нет, просто. Ё-моё. Давайте, короче, теперь я пойду в комнаты пониже. Как быстро они перетянутся? Ой. Да-да. Сейчас, короче, пацаны, важно, нужно мне отойти на 5 минут. Короче, я скоро приду, ребят. Все, надо быстро перелогиниться, выйти, раз. Так, все, захожу на другой аккаунт. Если что, я на этот аккаунт себе выдал роль, которая выглядит абсолютно так же, как вот дефолтная у меня на сервере Groove, но при этом у нее есть все функции админа. Все, погнали, заходим обратно. Фейк, Брил. Здорово, это Брил. А, понял. А, ясно, это фейк. Да, это фейк, потому что у него это грув какой-то. Слышь, сказал, что он сейчас перезайдет, потому что это он с другого аккаунта зашел. Нет, это не Брил, потому что... А ну-ка, скажи что-то, Брил. Скажи что-то. Здорово. А, ясно. Нет, это либо он эти фразы... Он поменял. Это Брил. Понятно, новое видео. Короче, это новый видос, да. Понятно. Чуваки вообще не могут понять. Скажи, Брил, топ. Это Брил? Не, ты... ну все. Топ. Это прога, это. Чё-то как настоящий Брил, он не в сети. Фак, у меня другой же аккаунт не в сети, я тупанул. Фейковый Брил, скажи что-нибудь. Здорово. А скажи, что ты не фейк. Я не фейк. Да, это прога, голос вообще не похож. Мой голос не похож на мой голос. Я его сейчас замучу. Да не, это прога, там, понимаешь, у Брила он, это как робот, там, я сейчас тебя замучу, там вот такой вот прям голос. Короче, давайте каким-нибудь модером, кроме Солара, напишем, у него не получается его забанить. Я сейчас Острель напишу. Потому что это он. Нет, это нет. Пацаны, смотрите, у него плюс новичок, смотрите, дискорд. Я сейчас забаню. Тебя надо забанить за фейк. Солар меня забанить не может, потому что у меня уникальная роль. Короче, когда Брил зайдет, скажем, чтобы он его забанил. Да, да, давайте. Он не может даже замутить Брила, модератор. Мне что-то в ЛС звонит. О, Брил зашел настоящий, Брил настоящий зашел в сеть. Я, короче, с телефона зашел сейчас в сети в Дискорд, поэтому не так сильно палится. Фига мне спамит, чел, Брил фейк, понимаю. Сейчас, короче, с телефона буду писать в чат. Все, Соснова написал, что такое. Эмжи, я его забанить не могу, лол. Если ты не гомосек, то дай мне модерку за пару щ... Давайте ему модерку дадим. Выдал модера. Что?
кому? Да блин, Брил, ты... Главное, чтобы кто-нибудь не начал банить всех подряд, кому модер даю. Пау, всех, у меня, короче, сейчас модерку заберет на 100%. Ну окей, забираем. Уже забрал. Один Саш Нистробустер, который не в курсе, пишет, что тупо не может забанить меня тоже. Вот это реально чели, который у нас тут давно сидит, тоже верит в это. А это пишет, кому модера. Смотри, смотри, пишет, кому модера. Давай, Брил. Давай. Мне плюс, мне. Давайте дадим Адрену, он больше всех возмущался, что я фейк. Ага, Андрей, посмотри, какая у тебя роль. Понятно, чё? Нет, только попробуйте снять, пожалуйста. Все, снимаем. Он тебя снял. Давайте кому-нибудь президента выдадим, слышите? Это вообще будет рофл. Кому президента? О, кому президента? Давай, я последний, Мне дай. Давайте Солару дадим, потому что это слишком жестко. Соляр, вообще молодец, Соляр. Дай модератор, Макфор пишет. Давайте Макфору дадим модератора. Выдал. Все, смотрим реакцию. Макфор, твоя, это... Алло, это настоящий Брил, да? Да, это настоящий. Даже разработчик бота пишет, что это фейк, рофл. Ну что, думаю, можно уже раскрываться. Ладно, я вас обманул, я с фейка сижу, ха. Привет, Брил, да все, да. Да, это настоящий, все. Это, короче, все, пацаны, бутуем, кикайте. Короче, я себе выдал специальную роль Грув, которая в самом верху выше президента находится, и я имею полный доступ на этом фейке. Чё скажете по этому поводу? Брил, а ты прогу скачал? Да я просто говорил такими фразами, какой прогой. Говорю, как будто это прога была, серьезно. Ладно, все же какой-то бред начался, давайте я пойду. Вот такой вот ролик, пишите, что думаете о нем в комментариях. Если что, ссылка на мой дискорд сервер будет в описании. Так что можешь заходить, я там частенько сижу. Пиши в комментарии, что думаешь об этом ролике. Не забывай поставить лайк и подписаться. А с тобой был Брил. Пока.